Знаючи, що така ситуація вірогідна, виконком міськради знаходив шляхи вирішення проблеми ще місяць тому. Тож усі комунальні та бюджетні підприємства заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення не мали. Однак борги населення завели у глухий кут відносини "Кривбаспромводопостачання" з "Дніпрообленерго". В ніч, коли майже 800 будинків, 23 дитсадки та 4 лікарні у трьох районах міста залишились без води, в екстреному режимі запрацював міський штаб. Залучена команда была руководителями промводоснабжения потушить в полном объеме Дзержинскую насосную станцию и поднять первый подъем в Марьинском. Благодаря тому, что была слаженная работа, была построена оперативная работа штаба практически всю ночь. Нам удалось этого избежать, начиная с 6 часов вечера. Но, к сожалению, без 5-12 часов ночи, поскольку сутки заканчивались, тот день, когда должны были предупредить, без 2 минут 12 ночи, и третий насос на промводоснабжении был полностью отключен и опломбирован. С половины первой ночи потребители всех категорий ощутили полное отсутствие воды. Получена команда с области только об обмене объектов. Ни о каком устранении, ни о каком отключении или не отключении Дзержинской насосной станции. Вчера все руководители здесь присутствующие были на вчерашних ночных всех переговорах, не шла. Основная проблема, которая была, это неполные проплаты за потребленную электроэнергию со стороны государственного предприятия промводоснабжения. На сегодняшний день сумма задолженности по трем группам или по трем категориям потребителей за воду составляет порядка 380 миллионов гривен. Нужно о чем-то говорить дальше. Требование обленерго достаточно простое. Выйти на 100% проплату за май месяц по одному и по второму предприятию и обеспечить в своевременное в полном объеме платежи за июнь, июль, август и дальнейшие месяцы. Это единственное требование. В день усі служби міста координували спільну роботу. Водопостачальники звітували про хід розрахунків за електроенергію. Керівників районів зобов'язали покращити підвоз води до житлових будинків та дитячих садків. Управління охорони здоров'я розробило власний графік забезпечення водою 4 лікарень. У промислових підприємств просили додаткові водовози, бо вже зранку відчули їх нестачу. Нормально, прикиньте, скільки треба. Сейчас посчитайте 5 или 7, ну в такую жару, как я, 2 на 150 тысяч, не смешите меня. Вам по одной надо в каждую больницу ставить. Заправим бензином, пусть дают водовозку, говорите с дорогой. Времени уже 1 часа дня, жара на улице. Не издевайтесь над людьми, пожалуйста. Значить, 5 машин в течение получаса доложить, як організована робота. А близько 2 години дня надійшла інформація про те, що мер міста досяг домовленості з обленерго про поновлення постачання води.